Две буквы Г, две восьмерки и две девятки в серийном номере у банкноты 1000 тенге, который лежит на байковой поверхности 1 февраля. Причем восьмерки входят в состав зеркальной цифры 8, 2, 8. Восьмерка – число силы. За счет участия в этой зеркальной цифре энергетика силы получает усиление в 2,5 раза. Девятки расположились слитно. Две девятки, да? Девятка – число духовности. Энергетика духовности получает усиление у этой банкноты в 2 раза. Ну, буквы, две буквы Г, ну, просто буквы Г, наверное, так. Ну, банкнота получилась интересная в любом случае.